Тысячелетиями наша планета неизменно оставалась гостеприимным домом для всех живущих на ней, восхищая своей жизнестойкостью. 20 век был периодом, который стали называть «великим ускорением». В течение жизни всего лишь одного поколения люди достигли небывалых успехов. Развитие транспорта, средств связи и других технологий привело к беспрецедентным изменениям в экономике. Население Земли с того времени выросло почти втрое. Деятельность человека, образно говоря, надорвала силы Земли, нарушив ее природные циклы. Глядя на урон, нанесенный окружающей среде, становится очевидным, что мы движемся к точке невозврата. Мы стали перед выбором – либо продолжаем уничтожать наше будущее, либо применим альтернативу, к которой должны стремиться все живущие на планете Земля. Применение действительно новых и эффективных технологий, новый жизнеуклад общества, прогрессивные и просветленные люди – это наше спасение. Новые города нового поколения Евразия – образец нового жизнеуклада общества, живущего в гармонии и благополучии, в мире и согласии. Это новая эволюция мира. Самые большие города с абсолютно новой транспортной системой и новой инфраструктурой, где из Санкт-Петербурга до Владивостока можно будет добраться всего за 20 часов и $200 со всеми доступными средствами связи и жизнеобеспечением, высокой безопасностью и комфортом. Из Москвы в Киев за 2 часа и $20. Из Москвы в Барселону за 8 часов и $100. Из Киева в Анталью за 5 часов и $50. Из Новосибирска в Дели за 12 часов и $150. Из Владивостока в Куала-Лумпур за 15 часов и $200. Из Лондона в Токио за одни сутки и всего за $300. В этих линейных городах будут применены только альтернативные, низкие по цене и обслуживанию источники энергии и переработки, экопоселения и родовые поместья, которые дадут обществу гармоничное развитие вместе с природой. А стоимость жилья 200-300 метров квадратных не будет превышать 50 тысяч долларов, так как будут применяться новые технологии в строительстве и хозяйственной сфере производства. А если работа будет за 500 километров от вашего дома, вы сможете преодолеть это расстояние за 1 час и всего за $8 благодаря новой транспортной системе второго уровня. Все это может случиться мирным эволюционным путем, благодаря переходу в шестой технологический уклад, где технологии станут восполняемыми и экосодержащими, призванные служить человечеству и развитию планеты. Следующим шагом станет переход в седьмой технологический уклад, когда все вредные производства смогут вывести за пределы орбиты планеты Земля. Эти уникальные разработки Анатолия Эдуардовича Юницкого были освещены еще в 1988 году с 26 по 28 апреля в городе Гомеле на Всесоюзной конференции по безракетной индустриализации космоса. Быть этому или не быть, только будущее даст ответ. Каким оно будет, зависит от вас. Станьте частью растущего сообщества, готового менять мир к лучшему. Присоединяйтесь к нам, заполнив форму ниже, и помогите рассказать широким массам об этом проекте и возможности содействовать его реализации.